Когда мы остаемся в доме, мы остаемся друг напротив друга, наедине с собой, наедине с врагом, с насильником иногда. И вот тут кричать, стучать, звонить во все колокола. И в этом смысле ты не одна. Вот это надо понимать. Мне кажется, уже общество созрело, что любой крик о помощи будет услышан. Я обращаюсь ко всем вам. Это пугает, не так ли? У нас с президентом простая просьба. Сообщайте нам то, что видите. Если что-то покажется вам странным, необычным, сразу идите к телефону. Мы с мужем хотим защитить вас. Но кто бы ни победил на этих выборах, мы должны действовать сообща. Заботиться друг о друге. И да, присматривать друг за другом, чтобы оставаться невредимыми. Докладывайте нам обо всем, что видите. That's right. We don't submit to terror. We make the terror.